Так, мои дорогие, всем привет! Наконец-то выдалась возможность, закончилось лето, что-то поснимать. Лето у нас было очень напряженное, у нас стройка гостевого дома, и сейчас, в общем, считаю, все лето практически мы этим и занимались. Надо было постоянно что-то решать, что-то добавлять, что-то убирать, куда-то ехать, ну, сами понимаете, вот. Сейчас, так как уже все, у нас очень что-то холодно, и погода вообще не радует, резко прям так все вообще прекратилось, я решила снять видео. Сейчас будет видео сначала, наверное, я сниму видео о своих запасах, ну, потому что я покупала что-то, не показывала, не снимала уже 1000 лет вообще ничего из именно запасов, а потом перейдем процессом. Процессы кое-какие изменились, и, конечно, тоже хотелось бы их показать. Ну, пока что начнем с самого простого. Это с наборов. Наборов у меня на самом деле немного. Фирма Домэ, которая у меня была, она вся практически ушла на ручки. Девчонки у меня ее раскупили. Ну, на ура. Кое-какие наборы у меня остались, но сейчас не о них. Сейчас у меня вообще наборов... Да мне было у меня их много, честно сказать. Я просто смотрю некоторые каналы, у кого тысяча и за тысячу. Да нет, у меня от силы, наверное, штук 100. Но, тем не менее, о них можно поговорить. Первое, что хочу показать. У меня есть вот такой набор декоративных элементов, пришивных. Ну, такие металлические штучки. В свое время покупались с целью, знаете, куда? Набор с неполной зашивкой, куда-нибудь вот что-нибудь туда добавить. Вот такая у меня была идея, но пока что птичьи наборы я не вышивала. Хотя именно наборы птичьи у меня и куплены, собственно говоря, кое-какие вот для того, чтобы использовать вот эти штучки. Но посмотрим. Вот такой набор у меня лежит, ждет своего часа. Так, следующий набор. Это компания Летистич. Но я, наверное, буду говорить, что это Лукас, потому что, ну, я не вижу разницы. Я тогда одна из первых купила вот эту девушку. Вот, девчонка красивая. Что-то тут говорили про ее огромные ноги. На самом деле, ноги просто на переднем плане, она на заднем, поэтому ноги выглядят так. Так как у нее согнутые коленки, да, все вполне логично. Вот, одно время хотела я ее начать, но что-то как-то так и вот не заморочилась с этим моментом, руки не дошли. Хотя мне очень нравится, милый сюжет, она у меня явно когда-нибудь будет в процессах. Ниточки здесь, конечно, красивые. Превьюшка на самом деле какая-то затемненная, но вот нитки на самом деле здесь очень такие достаточно яркие. И она получается не такая темная, как вот на превью. На самом деле нет. Так, шуршать буду, так что потерпите. Дальше набор, который у меня уже прям порвался, так, наверное, надо брать его в отшив. Это Лукас Ирисы. Ну, все знают этот сюжет. Не знаю, зачем взяла. У меня как-то то ли на скидку, чтобы не надо было. В общем, что-то такое. У меня цветы, практически это не моя тема. Есть у меня кое-какие наборы, но не вот так прям, чтобы цветы. У меня их очень мало, и я редко когда их вообще вышиваю. Но, тем не менее, набор у меня есть. Он у меня уже весь развалился. Вот. Но нитки, кстати, моя гамма. Люблю вот эти сиреневые, зеленые. Может быть, поэтому и взяла, потому что цвета здесь очень удачные. Как на мой вкус, если так смотреть по ситуации. Дальше набор. Вот как раз один из птичьих. Это когда они еще там выходили, эти две, есть пара к нему, снегири. Думала я взять снегири, а потом что-то я передумала. И, в общем, так у меня и остался вот этот вот набор. Красиво, не спорю. Отшивов не видела. Здесь не отшив на обложке, а нет, отшив. Значит, так и будет. Вот так и будет, как на обложке, отшив. И вот это вот, там есть сердечко, бусинки, все внутри этого пакетика. Но пока вот лежит размер 30×20 и пока ждет своего часа. Дальше набор, который снят с производства, его уж 1000 лет в обед, наверное, нет нигде. Хотя я не знаю, честно говоря, может, в каких-то магазинах он и есть. Есть у меня вот такая каруселька, Триолис, уже богом забытая, наверное, сюжет. Но мне очень нравится. В пару ей я купила карусельку от Лети Стич. И я считаю, что их можно будет как-то вот
повесить, оформить, ну, не знаю, ну, не в одну, конечно, раму, а не разные, но, тем не менее, рядом будет смотреться неплохо. Дальше сувит, который мне единственный из городов Лукаса, который мне понравился. У меня вот есть вот этот Париж. Ну, сейчас вышло там еще что-то у них. Венеция, по-моему, еще что-то. Но я не фанат Амстердама, Венеции, поэтому нет, не хочу. Да я и Париж, честно говоря, не люблю. Вообще не люблю я вообще вот эти города. Но здесь просто красивое, яркое сочетание, хорошая ниток, мощенная вот эта улица. Если бы здесь не было Эйфелевой башни, можно было сказать, что это просто какой-то город. Но больше всего мне понравился вот этот велосипед. К сожалению, что, ну, он не весь есть на картине. Жалко, что его не сделали целиком. Могли бы еще продолжить низ. Или вот его как-то, ну, сделать так, чтобы его было видно весь. Ну ладно, как-нибудь уж переживем. Ниток тут много, набор такой достаточно увесистый. В этом наборе единственном у меня есть цветная схема. Дополнительно ее положили, я не знаю почему, в каких-то наборах они их кладут, в каких-то наборах вообще ни разу. Не знаю, с чем это связано, не могу объяснить логику фирмы Лукас, но вот да, здесь вот он у меня есть. И еще сейчас в Лукас кладут вот эти наклейки дополнительные. Вот она лежит, я не знаю, видно ее, да, вот она. Такая круглая, большая. Это вот открыть, закрыть и залепить. Я так понимаю, что это сделано именно для этого. Еще один наборчик от Лукас. Это вот такие подростки целующиеся. Знаю, что есть у золотого руно, но мне вот эта цветовая гамма больше подошла. Вот эта разработка. Как-то вот так. Как-то они там есть, у них есть разница, они еще сделаны в разные стороны, эти наборы. Но вот Лукас у меня лежит. Такой достаточно симпатичный сюжет. Мне нравится здесь опять-таки цветовая гамма. Желтый, сиреневый, сочетание красных, это вообще все мое. Не хочу вышивать сейчас сепию, не хочу сейчас вышивать какие-то такие одноцветные какие-то картины. Мне нравится, когда ярко. Так что вот мимо меня тоже этот набор не прошел. Еще один набор от Лукас, это... уже все знаете эти наборы, конечно. Это вот такой сад, коттеджный, да, коттеджный сад. 50 цветов. Ну, не знаю, что мне здесь понравилось. Дом, собака или вот эти вот вокруг цветы, розы, кусты. В общем, не знаю, все вместе. Тоже сиренево-желтые тона, поэтому, наверное, я на такое клюю и, соответственно, покупаю эти сюжеты. Ниток много, 50 цветов здесь. Здесь есть какой-то бэкстич, только я не знаю, где он. Честно говоря, даже... Ну, ладно, в общем, там, я думаю, его там минимальное количество, поэтому вот так. Так, ну, нитки... Вот такие тона. Зеленых, конечно, розовых. Ну, понятно, их будет много. И еще один набор, кстати, который я выставила на продажу. Я почему-то даже не знаю, ну, не... То, чтобы он мне не нравится даже, а, наверное, все-таки потому что цветовая гамма зеленая вся, да, практически. Вот этот Ланарт у меня лежит уже несколько, ну, года 4, наверное, точно. Вот. И нормальный, как бы коробка, конечно, она такая приехала ко мне помятая, но тем не менее я знаю, что он не такой частый, как-то в магазинах я его не вижу. На картинке тут отшив представлен. Тоже птичка, видите, птичка-домик. Это картина Марджелин Бастинджи, да, ее разработки, вот делаю как раз по ее картинам. Но, чего, но, зеленое все, вот это вот. Все вокруг, кисточки какие-то здесь. Ну, в принципе, неплохой сюжет. Я видела отшив, и на стичсу, по-моему, он есть. И как бы так бы ничего. Но честно сказать, что я просто, наверное, за него никогда не возьмусь. Вот я сразу не начала, мне кажется, что уже все. Не знаю. Поэтому я его на Авито выставила. По-моему, больше никто такой набор не продает.
Здесь равномерка 27, 30 на 44, ниточки тут DMC, и они вот их в окошке видно, что здесь за нитки, почему вот такие. Вот, то есть такой вот милый сюжет. Так, что вам еще-то показать? Сейчас пока тут сижу рядышком. Так, ну продолжим видео. Есть у меня одна вот такая бабочка, было две, одну я подарила. У дочери подружка вышивает, и мы на день рождения ей дарили серьги, покупали в ювелирном магазине, и дарили вот такие вот наборчики, вот этих бабочек. Ушла к ней одна бабочка, была какая-то другая, честно говоря, уже не помню. Вот, помните, на них такой бум был. Ну и тут нитки, ой, нитки, бисер вот чуть-чуть. В общем, вот такой вот бисер. Шайба какая-то, не знаю зачем. Ладно, посмотрим. А, это чтобы лепился магнит, наверное, на что-то. На холодильник. Может, когда я ее сяду, ее и сделаю. Пока нет, пока лежит. Следующий набор у меня от Золотого Руно. Не так у меня его и много. Вот, всем известные морские феи. Я не знаю, я не вижу его в продаже. Мне кажется, он уже снят с производства очень быстро. Что-то как-то Золотое Руно вообще это делает. Наверное, они рассчитывают на какую-то прибыль. Прибыли, наверное, если нет, они тут же снимают с производства данный сюжет. Не знаю, логики моей нет понимания. Эта компания, у них вечно все снято с производства. По-моему, постоянно все снято. Мне кажется, у них один набор дольше, чем несколько месяцев, не держится вообще в продаже толком, да? Вот как-то странно у них это дело работает. Ну, по крайней мере, многие наборы выходят тут же. Так, здесь 104 цвета, 6 цветов бисера. Вот 104 цвета в картине 41 на 33. Балдеть не встать. Еще же есть бленды. Сколько тогда получается с блендами? Видела отшив. Потрясающая картина. Все тут хватает, и ниток хватает. Значит, в этом наборе я уже в него, конечно, 100 раз лазила. Потому что тут вот такой толстый, ниток много. Но вот пока тоже лежит, ждет своего часа. Такой мини какой-то мини-многоцветка такая получается. Ну, посмотрим. Вот, отшив, кстати, классный. Вот здесь тоже не, особо непонятно, но такая превьюшка мрачноватая. А на деле, да, да-да-да. Еще один набор из Золотого Руна. Снятый тоже с производства, по-моему, уже очень давно. В общем, вот такой. Девочка, котик, в картине 66 цветов, чего и не скажешь, да, вроде как и серые нитки, и кругом какой-то серый фон, ну, зелененького немножко, ну и все. Вот, вот такая вот она. Нитки тут видны только зеленые на обратной стороне. По-моему, 8 фрагментов, что ли. В общем, у меня вышито 2 набора Золотого Руна и один процесс сейчас. Все, как бы, остальные наборы у меня лежат. Ну, милый ребенок, милый сюжет, это все подарено мне было, поэтому оно лежит. Я как бы не против отшить такую картинку. Да и, честно говоря, я отшивов не видела, не знаю. На ютубе не нашла, на стечсу тоже что-то не нашла, ничего там нету. Как-то вот этот набор прошел мимо, да. Дальше набор от Чаревной нить, как ее там правильно. Так, но этот набор у меня, я уже его смотрела, что делала-то, лазила в него, естественно. Сейчас я вам превьюшку найду. Ага, вот она превьюшка. Это чего? Это вот эти лошади свадебные. Ой, они бомбические получаются. А, это Crystal Art. Ну, черевный мит, Crystal Art, это одно и то же. Вот. В общем, вот такой вот у меня есть сюжет. Они классные. На белой конве, белые лошади. Вот это все вокруг на мордах. Меня очень покорило. Они выглядят на самом деле отлично. В отшиве. Классный набор. Здесь есть какие-то бусины. Металлизированная нитка. Ну, в общем, вот так это выглядит. По-моему, Мадейра в составе. Что здесь они пишут? Бисер прециоза пишут. Мулине хлопок. Ну, не написано, что Мадейра. Короче, не знаю, что это за мулине. Ну, какая-то вот, как какой-то мулине. Что у меня стопорит? Всегда в черевные нити вышивать ее сложно.
вообще сложно, потому что вот тут такие схемы, что они мало того, что глянцевые, смотрите, они глянцевые, ну вообще прям блестит она тут, видите. Так еще и вырви глаз. В общем, я в шоке, я так открыла, такая, думаю, не-не-не-не-не, оно ее нафиг и закрыла. В общем, что хочу. Наверное, ксерить придется всю эту жесть. Потому что на глянцевых этих листах, ну вообще, не знаю, у меня стопорит вот эта вот ерунда. Зачем делать эти глянцевые листы? Знают же прекрасно, что все это не зачеркнуть, и компания давно должна была уже понять, что вот такие схемы, это не лучший выход из ситуации, да? Но, тем не менее, они продолжают их штамповать. Поэтому у меня наборов этого производителя очень мало, у меня их всего 3. Хотя мне нравится, много чего нравится. Особенно вот эти здоровые, которые вышли у них. Ой. Там, что там, какой-то вальс у них был, еще что-то. Но я не представляю, вот как можно вышивать по такой схеме такие огромные сюжеты. Пока нет, слишком сложно.